Сегодня в день 90-летия заслуженного работника культуры СССР и РСФСР, отличника ТВ и РВ СССР Афанасию Николаевичу Готовцеву присудили звание «Народный артист Якутии». В 2010 году в целях государственной поддержки деятельности электронных средств массовой информации в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне и 90-летием героя Советского Союза Николая Кондакова учреждена премия главы республики имени героя в области телерадиожурналистики. В этом году премию вручили журналисту Радио России Саха Кире Куриловой. Также стипендию получил ученик 11 класса Жиконской средней школы имени Николая Кондакова Василий Егоров. Вот этот праздник, да, вот в месяце мая, он настолько значителен и любим для меня, поскольку в нем соединяются три главных праздника Советского Союза и нынешнего государства. Это 1 мая, естественно, да, это 7 мая, день очень любимый для нас всех радиошников, и Великий день Победы, это народный праздник. И я, конечно, хотела бы пожелать всем журналистам, которые работают и сейчас, которые будут работать потом, в большей степени, конечно, солидарности, но друг друга, стойкости и профессионализма. Ну, поэтому, в общем-то, я думаю, что уже понятно, что работу я, конечно, свою люблю, делаю это с удовольствием и надеюсь, что все так же будет и дальше.